Любимое выражение на немецком. Forwards und mehr Feuer. Вперед и больше огня. Немецкий язык до сих пор знает в совершенстве. Разведчики, улыбчивый парень Сергей Петунин попал случайно. Молодого человека органы безопасности приметили еще во время учебы в политехническом вузе. Дальше в Подмосковье высшая школа КГБ. К спецдисциплинам и немецкому языку подходил с особой серьезностью, но и без юмора не обходилось. Здесь, это 22 апреля, новое здание рядом с Олимпийской деревней, новое здание высшей школы КГБ. Это мы там работали на субботнике. И вот я изобразил, что я такой очень опытный тракторист, каток, укатываю асфальт. То есть это юмор. Ребята, все молодые ребята, смех всегда, взаимовыручка. После учебы командировка в ГДР. Работал во внешней разведке, добывал информацию. Не силой, а с помощью джентльменского набора. Уметь поддержать разговор, быть компетентным, интересоваться его вопросами, оказать какую-то помощь. То есть дать понять, что этот человек, с которым я хочу законтачить, он мне не безразличен. И не в плане использования его там, для работы, а именно как человек, как товарищ. От приближенных к вражеским спецслужбам разведчик узнал, что НАТО отслеживает передвижение советских ядерных боеголовок. Чекист передал эту информацию куда нужно. Работу Сергея оценили на самом высоком уровне. За 6 лет работы в Германии были и задержания. Угостили кофе. Я еще так думаю, пить или не пить, а то вдруг что-нибудь подсыпят и язык развяжется. Ну, я так сделал вид, что я попил, потом достаю деньги. Говорю, за кофе рассчитаться. Он говорит, да у нас, говорит, хватит денег. Тут вот так. И все, и отпустили. На время работы Сергей перевез свою семью, жену, сына и дочурку в Германию. Для детей и соседей разведчик был лишь строителем вагонов. Для советских спецслужб – бесценным сотрудником. После многолетней командировки чекист вернулся в Барнаул, где работал на оперативной службе. Сегодня он уже ветеран, общается с молодежью, которая частенько пытается сравнить Сергея с британским шпионом. Работа заключалась не как Джеймс Бонд с пистолетом гоняться за кем-то или убегать от кого-то. Нет, вот, голова должна работать. В этом году органы безопасности отмечают 104 года со дня образования. Несколько лет назад, в честь 100-летнего юбилея, в центре Барнаула был открыт памятный знак. Теперь сюда частенько приходят нынешние и бывшие разведчики. Люди с горячим сердцем и холодной головой. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.